это очистка стоков на 98%. Это называется локальная очистная станция. Она очищает конденсационные стоки на 98%. И воду можно сливать в ручей, там, куда хочешь. Mm-hmm. Вот. Так, значит, чтобы сначала здесь вместо подпорной стенки Дима грамотно решил сделать хозяйственные сооружения. Значит, скважина, очистные сооружения. Электрическая часть. Да, часть. Но я там хочу поставить инвертор, аккумулятор для солнечной электростанции. И солнечную электростанцию вообще крутят. Да. Вот. Так что стройка вот такая вот здесь. Начата.